Российский Минсельхоз планирует поддержать субсидиями рынок говядины. Для решения проблем производства регулятор может начать выделять средства на откорм и убой бычков молочных пород. Инициатива возникла после того, как в первом полугодии производство говядины сократилось более чем на 2%. Это произошло после отмены закупки крупного рогатого скота Мираторгом. В свою очередь, компания отменила покупку из-за укрепления рубля и беспошлинного ввоза, которые сделали закупку говядины невыгодной. Поэтому для решения этих проблем Минсельхоз обсуждает выдачу субсидий на откорм и убой бычков молочных пород. Ряд экспертов считает, что меры поддержки могут улучшить экономический эффект и повысить рентабельность говядины. Вместе с тем откорм бычков молочного стада, к сожалению, на протяжении очень долгого периода времени, десятилетий, является убыточным. Убытки в определенные периоды времени от данного направления деятельности достигали 40%. Из действующих механизмов поддержки есть субсидия на возмещение прямых понесенных затрат, связанных с откормочными комплексами. Однако порог вхождения для получения данного субсидии достаточно высок. И в принципе в этом смысле снижение данного порога до, там, например, 2000 голов на откорме было бы крайне целесообразно. Некоторые эксперты, напротив, считают, что лучше всего выделять субсидии на откорм мясных пород бычков. Молочные предприятия и так имеют достаточно мер поддержки, а отрасль говядины будет развиваться, если доля мясного скота в поголовье будет не менее 35% вместо нынешних 20%.